блинчик Сухубайча, он же под кодовым названием «Гейша» известен, 2024 года, новый тираж. До этого янь был черный снизу, белый сверху, теперь наоборот. А, собственно, вот так он выглядит без обложки. Это белый чай с пуэрных деревьев горы Сухум. Использованы малые деревья самого первейшего из первых сборов, какой только может быть. Мы его заказали еще в марте, в начале, чтобы как только вот первый сбор будет, его нам сделали. И мастер уже еще лучше к этому году отточил свою технологию производства белых чаев. Он использует технологию близкую к фудинской. И вот конкретно этот тираж, он получился еще ближе к фудинской. Он совсем лайтовой ферментации. И в нем есть вот эти вот цветочно-яблочно-нектарные нотки, которые присущи фудинским чаям. Я как раз сейчас их пропивал и заметил, что они очень похожи. То есть он похож на что-то типа баймудани. Тут как раз и почки, и листочки. Но при этом, если фудинские, они такие больше релаксовые, то этот сначала, пока его завариваешь, первые такие некрепкие проливки расслабляет, а потом он потихонечку начинает тонизировать. Но он тонизирует без суеты, без тремора, очень гармонично. И хорошее такое сфокусированное состояние. Вот предыдущий блинчик мы пили, который с шаманом из красного чая Суху, вот я бы после него за компьютером сидеть бы точно не стал. А вот после этого как раз посидеть, поработать, самое то. Потому что одновременно и включенное состояние, и одновременно расслабленное. И прикольно он такое дает настроение. Пока в нем не так много фруктовых ноток, они проявляются в более крепкой заварке. Я думаю, они будут постепенно раскрываться с вылежкой. Но вот те, кто любит вот эту вот как раз свежесть, яблочность, цветочность, сейчас он вот самое то. Ну, я думаю, что вот это вот сырье, кстати, из которого он сделан, оно еще будет свежее и цветочнее, потому что, когда он не спрессован, в нем как раз больше вот эти характеристики проявляются. Когда он спрессован, он больше потихонечку уходит в компотик и лучше подходит для вылеживания. Его мы тоже слепили всего 100 блинов в этом году. Посмотрим, как пойдет.